На конкурс «Дети читают стихи». Судакова Ирина, 12 лет, Санкт-Петербург, без названия. Я не скажу тебе, что значит дружба. Подарю тебе и время, и тепло. Все то, что может быть тебе сильнее нужно, чем бесконечность повседневных слов. Отдам тебе силы и старания. Откликнусь и приду к тебе, когда вдруг одиночество и чудо ожидания опустят настроение до дна. Я помогу, когда вдруг станет трудно. Попробую понять твой необычный мир. И свет в твоем окне всегда зажжется на фоне остальных тебе чужих квартир. Нет, я не скажу тебе, что значит дружба. Мне кажется, слова излишни тут. Ты лишь спроси меня о том, что тебе нужно. И я приду, когда другие не придут.